Так, доброго утра еще раз. Давайте посмотрим подсказки рода. Может быть, что-то с утра пригодится, может быть, вообще по жизни. Благодарю вас всех за вопросы, которые под видео мне пишете. Вопросов уже достаточно много. Благодарю еще раз за проявленный интерес. Так приятно. Спасибо всем, кто комментирует. Приветствую новеньких, которые только-только, да, приходят на канал, смотрят видео. Благодарю за то, что пишете. Благодарю за то, что отсылаете донат мне или донат. Я не знаю, как там правильно произносится. Очень приятно. Спасибо большое. Приходите на расклады. Итак, подсказки рода. Давайте посмотрим, кто же придет. Кто из рода придет и к кому придет. Давайте посмотрим, кто придет. Человек счастливый. Когда-то человек был открыт, счастлив, но к концу, скорее всего, да, жизни у человека, ну, не знаю, человек был либо... Где человек лежал. Да, к концу своей жизни человек был лежачий, от этого очень страдал, обездвижен был. Но человек прямо чувствовал, что не все сделал. Не все в этой жизни человек еще сделал, от этого страдал, хотел больше, да. Но человек вообще сам по себе был человек положительный, добрый. Ну, тут эгоизм, конечно, немножко, но кто из нас не эгоист, да? Мужчина пришел, король пентаклей. Здесь человек, девочки, знаете, какой мужчина? Может быть, не бедный. Ну, то есть он, в принципе, достиг какого-то положения. Достиг. Но под конец почему-то на самом деле человек не мог двигаться. Не мог двигаться он, девочки. Не мог. А у него столько планов было еще. Еще. Вот я не понимаю только. По-моему, человек был не пожилой. Мужчина был не пожилой, когда покинул, да, этот мир. В нем прямо чувствуется еще столько сил. Нет, это не старик. Девочки, это мужчина еще, если возраст брать, да? Это не старик. Давайте посмотрим, к кому пришел. Кому этот человек пришел, да? Из вашего рода. Который из вас пришел. Так, кто сейчас одинока, которая сейчас почему-то в таком прямо... не убитом состоянии, но вот как на коленях перед жизнью, да, пала, спасовала, вот кто и он пришел, который не видит никаких возможностей, хотя девочки по пятерке пентаклей, всегда эти возможности есть, вот они, но человек их не видит почему-то, да, как ослеп отвернут, что-то вот внутри у человека, потому что пятерки это всегда карты кризиса. Вот эта пятерка говорит о том, что сейчас у женщины, да, кризис. Она ничего вокруг себя может не видеть. Либо настолько, да, вот какой-то раздрай, что даже и если видит, как не видит. Вот. Сейчас одна эта особа, я еще не знаю, женщина это либо мужчина, но мне привычнее говорить она. Одинокая, одна, сейчас пары нет, по отшельнику это либо на самом деле настолько глубокое чувство в женщине, одиночество, даже вдвоем, если кто-то есть, да, если там есть, например, мужчина, якобы есть, потому что по отшельнику, да, здесь пары нет, даже если замужем женщина, она настолько одинока, у нее аура одинокой. Да, здесь женщина обижена. По четверке чаш, девочки, здесь именно раздрай в чувственной сфере.
Может быть, не любовь даже, а просто ничего нет, ничего не ладится. Эмоционалка страдает конкретно. Может быть, здесь не только любовь, да. Хотя, опять же, вот смотрите, рука-то ведь с чашей, она тянется. Женщина сама не замечает этого. То есть она не видит тех возможностей. Она, возможно, глубоко обижена. Может быть, вот эта обида сейчас по пятерке дисков, да, вот этот вот дискомфорт внутри, вот сейчас он проявляется так, что же, вот она, королева жезлов. А что это королева жезлов у меня в таком раздрае, да, конкретном? Здесь может быть и сердечные дела. Здесь могут быть предательства. Здесь могут быть предательства, треугольники и так далее, да. Ну, королева жезлов. Девочки, это непростая женщина, вы, да, если вы смотрите, непростая. Здесь вы такая, опыт всех поколений, да, в этой женщине. И опыт жизни. А может быть, вы вот так вот именно приобретаете опыт, да, глаз задёргался сразу. Вот. Мужчина не старый, который был обездвижен почему-то, по тем или иным причинам. Человек яркий, человек веселый и теплый, человек душевный, который мучился, то, что не все сделал, не все закончил, много чего было еще впереди. Вот этот человек из рода вашего, да, раньше времени умер человек, он пришел к женщине, у которой сейчас какой-то раздрай, да, полный одиночества, невидение вообще перспектив никаких по жизни. Хотя под нос ей все суют, да. Но настолько почему-то у нее вот здесь вот болит, что остальное не имеет значения для нее, да. Ей сейчас чемодан с деньгами упади под ноги, она пройдет и не заметит. Вот такое у человека, у женщины сейчас состояние. То есть вас, раз вы смотрите, да. Давайте посмотрим, зачем пришел. Зачем пришел. Вставать пора. Вам пора вставать. Вы слишком мало сделали, чтобы ожидать от жизни большего. Вот такое сообщение. Вы еще мало сделали. А хотите многого. Вам надо двигаться вперед, но с тем условием, что вы должны опыт, который у вас появляется, его брать в плюс, а не в минус. То есть здесь мужчина говорит, что вы должны все, что с вами происходит, правильно и адекватно перерабатывать, реагировать. Не уходить в минус, а идти в плюс, да, то есть ставить стены перед теми, да, кто достоин остаться за стеной, брать опыт. Все-таки вы жезловая, да, и пошли жезлы, но состояние у вас, да, десятка мечей, он и говорит по семерке дисков, по семерке пентаклей, да, что вы ожидаете, ожидая большего, в принципе, не так много сделали, чтобы ждать большего. Вам надо, ну, восстать из вот этого состояния. Так, что еще? Здесь, может быть, даже мужчина говорит, что брак твой закончен. Да, по иерофанту это может быть и брак. Брак закончен. Либо эти отношения, да, они закончены. Они убраны. Их больше нет, да, пора жизнь брать в свои руки и уже начинать, ну, мастерить, да, как папа Карл сделал Буратино, так вам надо сделать из своей жизни, из говна конфетку. У вас все для этого есть, вот что пришел донести вам мужчина этот, все.
все, вот все, внутренняя энергия, внешние данные, то, что вы вокруг имеете, у вас в руках все. Но почему-то сейчас, да, вы загнали себя в какую-то безысходность. Да. Победитель. Вы по жизни победитель. Поэтому мужчина говорит, хватит, хватит. Сделайте уже выбор. Вы должны полюбить себя. Вот любить себя. Эгоистичней быть. Если, что касается мужчины, да, то прежде всего ориентироваться на себя. На себя. Никогда не воспринимать то, что о вас кто-то там, либо ваш мужчина говорит, да, плохого, я имею в виду, если это критика. То есть критика должна быть адекватной. Обычно от людей критика, да, это их не проблемы. Они стараются в человеке, в другом это увидеть, да, либо загнать другого человека в какие-то рамки. Девочки, здесь он говорит, что вы должны любить себя. Эгоистичнее раскрыть в себе потенциал. Потенциал чувственности. Не бояться открыться. Вот здесь человек, который пришел, да, мужчина, он был таким, он был открытый. Как бы ни был, он всегда доверял людям. Да, может быть, из-за этого пострадал, может быть. Но он говорит, что это неплохо. Хуже быть закрытым и изнутри изъедать себя. Вот это хуже во много раз, нежели принимать опыт. Здесь также он говорит, что в скором времени у вас появится мужчина. Эти отношения, может быть, да, вот про отношения, про брак, если здесь я правильно понимаю, про брак, который закончился, да, по смерти, это конец, это не трансформация, это все крестик, да, крестик, который приносил вам боль и раздрай, его надо убрать и забыть, как бы больно не было встать. У вас впереди мужчина, причем пара, да, вот она, пара ваша. И куча возможностей, куча с этим человеком. Изобильная жизнь, радостная, не печальная, в достатке. Этот мужчина пришел призвать вас к тому, чтобы вы уже прекращали вот эти мыльные оперы, да, встали и шли, делали. Вы еще мало сделали, чтобы что-то получать. Вам еще надо двигаться вперед. Вы вообще по жизни победитель. Он об этом говорит. Поэтому вставайте и идите.